очень быстро срастется обратно. Встречайте, Татьяна Навка и долгожданный Марат Башаров. Я очень счастлив, и я очень, и, конечно же, благодарен Егору. Мы с Таней вместе очень благодарны Егору, который выручил нашу пару, помог по-дружески. Я знаю, насколько Егору было тяжело и сниматься, и вместо меня тренироваться. Но Егор по-мужски, по-партнерски откатал на все 6-0 и не один раз. И за что, Егор, я тебе очень благодарен. Конечно, я рада, что мой законный партнер вернулся. Ну ты ж нельзя опаздывать, ну ты не видишь? Маратик. Ну ты потому что долго едешь сюда. Тань, хорошо. Ай, мама. На что упала? На что упала? На копчик? А? На крестец. На крестец? На левую ногу. Ну, больную самую. Тань, ножками пошевели. Тань, ножками пошевели. Ё-моё. Стояла на ровном месте, упала очень-очень сильно. Сама вообще в ужасе от этого, что такое бывает. Но бывает. Я боюсь просто. Аккуратненько. Ай. Я боюсь просто. Давай налить сначала, налью. Да не, вроде нормально, ребят. Сейчас надо все нормально будет. Просто очень сильно... Ай, и теперь я понимаю, что... Навка, ну ты же можешь все. Я могу все, да. Но теперь опять сколько мы пропустили? Мы полтора месяца не катались вместе, и ты... И Марат, конечно, тоже немножко отстал. Но ничего, мы будем... Мы будем делать, брать работу на дом и делать домашнее задание. Вот отличница, которая может все, Татьяна Навка и отстающий Марат Башаров будут сегодня танцевать под песню в исполнении Леонида Утесова «Когда проходит молодость». Забудется,
сердца. Ребята здорово выступили сегодня, и можно считать, что у них второй дебют в программе. Все-таки вернуться на лед после такой травмы, которая была у Марата Башарова, это дорогого стоит. Настоящий он спортсмен, мужественный парень. И, может быть, скорости той, которая была в начале проекта, у этой пары еще нет. Зато образ на льду им удался блестяще. И сыграно здорово. Ну а то, что Татьяна Навка может на льду все, да и не только на льду, наверное, ребята перед началом выступления сказали сами. Это соответствует действительности.